ножки тоже бронированные, на них нет такого, такой проблемы. Ну, хоть да. Чем он покрыт? Воском. Чем он и покрыт? Это по поводу воска. По поводу воска. Алло. Ага. А это ваш воск? Нет, здесь воск. А теперь понюхайте. Да. Зачем? Прекрасно пахнет. Приятно? Да, очень приятно. Надо еще убить. Ну, вообще. Пахнет? Пахнет. А чем? Амбре. Амбре. Воском, наверное. Вообще. Так, верхний. Верхний. И мы начинаем его отбивать. Видите, какие следы? Приходите к нам на курсы, откроем все секреты. И шелачной и секретики шелачной полировки. И не только шелака, а еще и другие. Не только шелака, да, и другой отделки. И мне. Пожалуйста. Как очевидцу происходящего с секретиками. Амбре. Это уже совсем секретики.